18 марта в России прошли выборы президента. На первый пост страны претендовало 8 кандидатов. В день выборов в регионах Российской Федерации работало более 97 тысяч избирательных участков. Еще 401 за рубежом. Граждане России, проживающие в Латгалии, могли проголосовать в Генеральном консульстве в Даугавпилсе. 17 марта прошло голосование досрочное для тех жителей, граждан Российской Федерации, которые проживают не в Даугавпилсе, а за городом, в различных городах Конского округа, такие как Резекне, Вилика, Балви, Краслова, Ливаны, Лудза, Прейли. В досрочных выборах в Латгалии приняло участие 795 граждан России. В свою очередь, непосредственно в день голосования активность избирателей наблюдалась уже с 8 утра, как только открылся участок. Пик активности явки избирателей традиционно пришелся на полдень. В это время перед Генеральным консульством даже выстроилась очередь. Ожидание 10-20 минут не испортило позитивного настроя избирателей. Мы ждем 6 лет вот этого момента, и поэтому мы очень рады, что мы здесь и готовы ждать. Да. Есть из кого выбирать? Не густо. Ну, за кого буду выбирать, он достойный человек. Что вы ждете от выборов? Ну, чтобы поднялась Россия еще выше, чем стоит сейчас. Чтоб к ней прислушивались, чтоб ее понимали. Ну и не делали каких-то провокаций, которые сейчас случаются. Чтоб был мир. Чтобы люди чувствовали себя свободно. Уходя, я послушала выводы избиркома, что 60% уже проголосовало за Путина. А вчера начали за границей глубоко, и очень это порадовало, как дружно наши россияне голосуют за Путина. Как вы готовились к выбору? Вы читали, смотрели дебаты? Да. Дебаты посмеялись немножко. Без этого никак нельзя. Мне особенно Жириновский понравился в этот момент с Собчаком. Очень приятно. То есть было над чем посмеяться? Да. А поплакать над чем? Ну, поплакать. Жалко, что такие лезут, куда их не просят. Ждем прекрасно, чтобы был президент у нас хорошим человеком, как и был, таким, чтобы был. И для людей все делалось для народа. И надеюсь, все-таки Россия станет сильна и к лучшему изменится ситуация. Вот. Конечно, много сейчас проблем в Российской Федерации, но я надеюсь, что будущий президент это все решит. Вот. А какие, на ваш взгляд, надо решать проблемы в первую очередь? Ну, в первую очередь, надо, так сказать, благосостояние народа поддержать. Вот. Ну и политические вопросы, так сказать, чтобы Россия сильная стала. Среди проголосовавших были и так называемые мобильные избиратели. Это проживающие в России граждане, которые в день выборов оказались в Даугавпилсе. Процесс голосования идет в штатном режиме, без каких-либо проблем, никаких нету, собственно говоря, издержек. Я бы хотел воспользоваться случаем выразить уже благодарность органам правопорядка, как городской думы Даугавпилса, так и региональным властям, за грамотную, четкую организацию вокруг Генерального консульства службы муниципальной полиции, государственной полиции. Это в нынешнее время означает очень тот хороший настрой и деловое сотрудничество и отношение в целом к происходящим процессам у нас в России. В общей сложности в Даугавпилсе проголосовало 4400 граждан Российской Федерации. Абсолютное большинство, 96,27%, отдали свой голос за Владимира Путина. На втором месте Павел Грудинин, набравший чуть более 1,5%. Далее следуют Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Григорий Явлинский и Борис Титов. Если говорить об общих итогах в России, то Путина поддержали более 76% граждан. Любовь Тран, Александр Хлестов, телевидение Dautcom.